Всем привет! Я рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня я покажу, как вязать узор, называется морская пена. Этот узор можно использовать, я использую для вязания палантина. Можно вязать все что угодно, пледы, платья, юбки, шарф, да все что угодно. Вот такой узор симпатичный у меня получается. Видите, я не могу вам, к сожалению, полностью показать. Вот такой узор я вяжу. Вот такими прекрасными нитками Yarn Art. Вы видите, 100, на 100 граммах пряжи 250 метров, 20% шерсть, 80% акрил. Пряжа очень яркая. Я покажу вам, конечно, готовую работу. Не забывайте в Instagram заглядывать, там есть мои готовые работы, вы увидите, как он выглядит. Ну что ж, я покажу, как его вязать. Я возьму пряжу однотонную, на ней проще показывать. И расскажу об этом узоре. Узор состоит из вот такого раппорта, из 8 петель воздушных. То есть вы набираете, сколько вам нужно ширину изделия, но кратное 8 воздушным петелечкам. Я покажу на небольшом кусочке. Я наберу 24 воздушные петли. 3 раппорта свяжу, и нужно набирать в любом узоре 2 воздушные петли подъема, то есть 8 плюс 2 10, или там сколько у вас там 16 24, там, ну, сколько вы посчитаете количество раппортов, которые вы хотите, и добавляете 2 воздушные петли. Я набираю 24 воздушные петли плюс 2 26 воздушных петель. Количество еще раппортов зависит от ширины вашего изделия и, конечно, от пряжи. Вот я набрала нужное количество петель. Я буду вязать 3 раппорта для того, чтобы показать вам узор. И набрала 2 воздушные петли. Одну воздушную петлю мы пропускаем и провязываем столбик без накида во вторую петлю. Нам нужно провязать 5 столбиков без накида. Так мы вяжем первый ряд. Вот я провязала 5 столбиков без накида, и теперь провязываю 4 воздушные петли. Пропускаю 3 петли по цепочке, 1, 2, 3, 4, провязываю столбик без накида и опять провязываю 5 столбиков без накида. Вот это один раппорт получился. Провязала 5, опять то же самое, 4 воздушные петли, 3 пропускаю и опять 5 столбиков, ну, повторяем до конца ряда. Вот я довязала до конца, теперь я делаю 2 воздушные петли и провязываю столбик, вот один пропускаю, последний провязываю, столбик без накида, вот таким образом. Разворачиваем наше вязание и набираем 6 воздушных петель. И провязываем в эту арку. Провязываем, так, правильно, в эту арку провязываем 4 столбика с одним накидом. Вот вы видите. Теперь посерединке, вот у нас 5 столбиков, третий столбик мы провязываем столбик без накида. Вот
таким образом. И теперь провязываем в следующую арку 4 столбика с накидом. Четыре воздушные петли, 4 столбика в эту же арку с накидом. И третий столбик, столбик без накида. И продолжаете. В арке 4 столбика, 4 воздушные петли, 4 столбика. И так до конца ряда. Вот я провязала последний столбик без накида посерединке. И теперь, вот там, где мы начинали наше вязание, там, где мы пропускали одну цепочку, вот последний, получается, столбик, мы провязываем, делаем накид и провязываем 4 столбика с накидом. Таким образом, делаем 2 воздушные петли. И делаем столбик с 2 накидами. И туда же провязываем. И разворачиваем наше вязание. Вот что у нас получилось. Теперь набираем опять 6 воздушных петель. Мы так будем начинать каждый ряд. Будем набирать 6 воздушных петель, а завершать столбиком с 2 накидами. В эту арку первую я провязываю 4 столбика с накидом. Это мы вяжем третий ряд. У нас будет весь наш узор повторения третьего и четвертого ряда. Вот я набрала 4 столбика с накидом. Теперь делаем столбик большой, одной с новой. Как мы это делаем? Делаем накид, провязываем первый столбик. И ниточки остаются, мы не до конца провязываем. Делаем накид, второй столбик, делаем накид. Третий столбик, делаем накид, четвертый столбик, делаем накид, пятый столбик, делаем накид, шестой, делаем накид, седьмой, делаем накид, восьмой, делаем накид, девятый. Вы видите, все ниточки у меня на крючке. Теперь мы протягиваем крючок через все нитки, кроме последней. И теперь провязываем последние 2 столбика. Вот таким образом у нас должно получиться. Теперь провязываем в арку 4 столбика с накидом, 4 воздушные петли и 4 столбика. Провязала в арку 4 столбика, 4 воздушные петли, 4 столбика. И теперь провязываю опять вот такой как полувеер, что ли сказать, из 9 столбиков с единой вершиной.
таким образом. И опять в арку вяжем 4 столбика, 4 воздушные петли, 4 столбика. И так мы повторяем до конца нашего ряда. И не забываем, в конце нашего ряда каждого, в эту арку последнюю, мы провязываем 4 столбика с накидом и потом 2 воздушные петли и столбик с двумя накидами. Я вяжу его где-то в третью петлю предыдущего ряда, подъемную. Вот таким образом. Это мы связали третий ряд, который, напоминаю, будет меняться все время с четвертым рядом. Вы будете вязать этим узором. Так. Опять набираем 6 воздушных петель. Так каждый ряд мы начинаем. И каждый ряд мы начинаем с 4 столбиков с накидом. В этом ряду мы будем чередовать 4 столбика, 4 воздушные петли, 4 столбика. И вот там, где мы вязали такой как веерочек наш с общей вершиной, мы в него будем провязывать 4 столбика тоже с общей вершиной. Как мы их вяжем? Делаем накид и вот сюда вводим крючок. Делаем один накид, второй накид, третий накид и четвертый накид. И провязываем, как и прошлый, все, кроме последнего, и потом еще 2. Вот таким образом мы провязали. И в арку вяжем 4 столбика, 4 воздушные петли, 4 столбика. И так до конца ряда. Вот я провязала до конца нашего ряда. Вяжу последние 4 столбика. Узор легкий. Вы будете менять 3-й, 4-й ряд, постоянно чередовать. Не забывайте, что в конце ряда вы провязываете любого ряда столбик с двумя накидами. В начале каждого ряда вы провязываете 6 подъемных петель воздушных. Так, 2 воздушные петли и столбик с двумя накидами. Таким образом у нас получается узор. Здесь мы будем вязать опять 9 столбиков с общей вершиной. Ну и все. Будет меняться, чередоваться 3-й и 4-й ряд. Посмотрите, какую пряжу подобрать, что вы хотите вязать. Вот такое. Вот такая красота у нас будет получаться. Вяжите вместе со мной. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайк. Подписывайтесь на мой инстаграм. До новых встреч!